Ну а в Мирнинском районе медицинское освидетельствование пройдут около 500 школьников. В районе началась так называемая первичная постановка на воинский учет. Первыми обследовались айхальцы и удачницы. Подробности далее. О службе думать рано, но проходить обследование нужно. В Мирном началась первоначальная постановка на воинский учет среди юношей 2000 года. Невропатолог, хирург, окулист. И это не полный список специалистов. Именно они решат, годен к военной службе или нет. Быстро всех прошел, но в основном дольше всех, кого проходил, это окулисты. По плану в Мирнинском районе первичный осмотр пройдут около 500 школьников. Как показывает статистика, у многих проблемы со зрением и желудочно-кишечным трактом. Список номер один – это граждане, которые признаны временно негодными, то есть отсрочки получили. Список номер два – это те граждане, которые признаны годными, но имеющие ограничения. То есть до призыва в армию они могут быть излечены. Анатолий Чернов – выпускник кадетской школы имени Трошева. С ребятами повторно проходит военную комиссию для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Я планирую поступить в высшую военную летную академию имени профессора Жукова и Гагарина, потому что я выбрал дальнейшую профессию летчика. Первичная постановка на воинский учет обязательно для каждого юноши, достигшего 17 лет. Те, кто по каким-то причинам не получили повестку, обязаны пройти освидетельствование до 30 марта. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».